Всем большой привет! Новый день с нами. У нас жутко пасмурная неделя вся будет. И вообще уже много дней пасмурно. Далеко не тепло, плюс 9, ветер и дожди. Так что лето закончилось. Но, между прочим, когда ливень, мне это очень нравится. Я люблю, когда вот ливень, гроза, гром. У нас так было недавно. Мне такая погода прям нравится. Ты сидишь дома в теплом одеяле, пьешь чай. И это какая-то вот такая погода, такая романтичная. Мне нравится. Но днем мне это не нравится. Я вот люблю, когда так ночью. Вот. А днем, конечно, да, нам не погулять, ничего. Вчера ездили в гости к маме. Ну, на машине вот куда-то выезжаем. А так, в принципе, вчера вот погуляли. Словили момент, когда нет дождя. Сегодня вряд ли пойдем. Вот Демочка, что-то там грызет. Мы сегодня проснулись в 7:50, почти 8 утра. Ой, это что такое? Вот. Так, пока хорошо себя ведет, играется, я пойду, ой, посудомойку почищу. Расставлю посуду чистую. Будешь? Нет, не хочешь. Не хочешь. Будешь такой? Скажи, я камеру хочу. На ночь ставлю посудомойку. Ой, сейчас я ее расставлю. Я уже чаек попила. Поэтому пока даже кушать не хочется. Так, это кастрюлька. И еще сейчас сухое белье. Да, когда вот такая вот погода и сидишь в основном целый день дома, то, конечно, сидишь только и занимаешься делами. Да. Вчера на ночь чистила плиту с жироудалителями, терла. Сейчас еще надо робота-пылесоса включить, пособирать все. Так. Так, заведу стирку с Витиной одеждой такой. И сегодня будет много стирки. Еще хочу плед постирать, который у нас на кровати. И было бы хорошо сегодня постельное белье. Так. Порошочек нужно еще пополнить в контейнер. Мне, кстати, Витя цветочки подарил. Вот стоят, четвертый день. Красота. Да, ты там? Не хочет лежать. Что-то на коврик не хочется мне переходить. Холодно как-то дома. Холодно. Да. Да, расскажи, как холодно дома. Расскажи. Агу. Да. Мы, кстати, Деме купили уже крестильный набор. Крестик. Так что будем крестить обязательно. Ну, пока, наверное, думаю, в конце лета мы ждем бабушку, которая должна приехать с отпуска. Да? Вот. И будем крестить. Да, да. Купила набор. Думала брать как рубашка, как платьишко, да? Вот рубашка длинная, но взяла штанишки отдельно с рубашкой. Вот, и полотенечко. Да, рассказывай. Рассказывай. Что ты хочешь сказать? Хороший такой. Кстати, я же забыла вам показать, что у нас за обновление. Мы расширили кроватку наконец-то. Теперь она 120 в длину.
Так, мне это удобно тем, то, что когда я его ночью кормлю, да, вот я сажусь, вот так подушку ложу и вытаскиваю его с кроватки сидя. И когда была та кроватка, не расширенная, было узкое расстояние, Демид даже не влазил. Теперь тут широко, я его легко беру. Также он не пинает все эти бортики, а спокойно, как хочет, крутится. Да? Да? Вот и солнышко мое. Вот, поэтому, да, то, что я расширила, мне даже очень нравится. Не так уж прям много места занимает. Нормально. И белая простынь на резинке мне идет. А эту я нашла в шкафу. Еще от Дамира осталось. Да, Демушка. Демушка! Вот у нас бодик 74 размера. Как он? Скоро будет мал, да? Долго не поносим. Да? Демушка. Скажи, я большой мальчик. Сейчас скоро узнаем, сколько ты весишь и какой у тебя рост, да? Совсем скоро. Что ты губу засасываешь, смотри. Ой, губу кушаешь. Ай-яй-яй. Бабам? Что ты бабам говоришь? Молодец. Мы с Демочкой поспали вдвоем, да, сынок? Сейчас мы без памперса отдыхать будем. Да, ты мой хороший. Тебе с мамой хорошо? Тебе с мамой замечательно дома, да, сидеть? Ты мое солнышко. Так. Но я себе тут варенички сейчас сварю. Дема там слушает музычку на зайчике. Ой, хорошо так отдохнули. Какие у нас деньки. Сейчас надо маме позвонить. Позвоню, узнаю. Сегодня с ней еще не общались, как дела. Чем занята? Так, мы с Демочкой перешли на пол, так как я буду сейчас постельное белье менять. Вот он пока лежит, так решила его на пеленочку положить. Сегодня готовлю плов. Люблю быстрые такие блюда. За 5 минут нарезала курицу. Быстренько так морковку с чесночком. Плов готовлю в своем любимом казане. Очень вкусный получается. Обязательно беру именно пропаренный рис. И вот такую приправку добавляю с солью еще. Поджариваю курочку с морковочкой. Добавляю стакан риса. И 2 таких же стакана воды. Между первым и вторым стаканом воды добавила приправки, примерно пол пачки, и чесночок. Закрываю крышкой и не трогаю. Вкуснейший плов готов. Ура! Thank you.
буду с вами сегодня прощаться. Сейчас поставлю посудомойку, высохшие вещи быстренько по шкафам разложу и уже тоже лягу спать. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня, и до скорых встреч!